Друзья, всем привет! Сегодня видео, как ни странно, не на ноже, а о ножнах. Хочу показать вариант, который можем предложить. Это что-то среднее будет между ножнами из кожи растительного дубления и ножнами стандартными, назовем их так. Значит, вот так все это будет выглядеть. Сами ножны с клапаном, соответственно, для дополнительной фиксации. Ну, как бы и без клапана тут все замечательно сидит. Значит, нож охотник. Как бы уже едет к хозяину завтра в Казахстан вот с этими ножнами. Толщина кожи будет от 3 до 4 миллиметров. Теснение, соответственно, как я и говорил, дополнительный клапан фиксирующий. То есть вот так нож будет заходить, так будет фиксироваться. Подвес свободный, реализован на карабине, то есть по принципу вертлюжка. Рыбаки меня поймут, о чем я говорю. Кольцо. То есть можно паракорд, шнурок приспособить и на шею. Вот так все это выглядит. Соответственно, обратно пристегивается. Ничего никуда не отлетит, не оторвется нигде. Пожалуйста. По стоимости эти ножны будут от 1500 до 1700. То есть, кому интересно, пишите, звоните, нюансы объясню. Вот такая красота.